Но в основе, в корне январских событий именно колоссальное расслоение между богатыми и бедными в стране, проблемы с доступом к социальным лифтам, связанная с этим безнадежность и понимание того, что наша молодежь мало чего может добиться просто так, да, вот, что не все сферы доступны, к сожалению, что есть 10% людей, живущих в Астане и Алматы, которые чувствуют себя очень хорошо, и 90% людей, которые себя чувствуют не очень хорошо. И проблема в том, что первые и вторые не коммуницируют. Никак. Первые не хотят думать о вторых, вторые не понимают первых и видят в них врагов. Вот для меня суть январских событий, она вот в этом. И вот как эту пропасть преодолеть, наверное, об этом можно много разговаривать, но факт тот, что это не получится сделать быстро, и это уже плохо.